Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Все більше людей переходять на натуральні продукти. Це стосується і будівель, і матеріалів, з яких складаються наші меблі, і, звичайно, харчів. Ми хочемо їсти натуральні продукти. Тож сьогодні будемо говорити про екокультуру. І з гостю, яка прийшла до нашої студії, це Альбіна Антоненкова, спеціалістка з екокультури і взагалі генеральна директорка виробництва, з яким пов'язана екокультура, і ми так сподіваємося, що сьогодні ви розкажете усе, що стосується еко, чи потрібно звертати на нього увагу, чи потрібно говорити про біо, чи, можливо, інші складові, до яких люди звикли і вже читають на сьогоднішній день, але ж треба розібратися, що стосується саме того, що нам потрібно. Так? Вітаємо вас в нашій студії, пані Альбіно. Отож, зараз люди справді турбуються про своє здоров'я, як їм розібратися, що означає той чи інший значок, який ми бачимо, який говорить про натуральність наших продуктів. Здравствуйте, Юлия. Прежде всего, большое спасибо, что пригласили меня, дали такую возможность. Да, действительно, на сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что есть определенный тренд, где все больше и больше как потребителей, так и бизнесов обращают внимание на эко. Хотела бы начать с достаточно важного момента, обратить внимание потребителей, да, наших телезрителей, в чем все-таки разница между эко, био и органик, да, потому что все это мы достаточно часто можем встречать на прилавках в супермаркетах, и здесь было бы важно разобраться. Что такое эко? Согласно регламента, продукцией эко может называться продукт широкого достаточно списка, это может быть от техники до продуктов питания, в ходе производства которого использовались более щадящие для окружающей среды методики. Ну, например, мы с вами можем увидеть на прилавке эко-молоко, потому что оно находится в картонной упаковке, а не в пластиковой. И здесь достаточно важно понимать, что внутри данное молоко может не отличаться от молока, которое находится, допустим, в пластиковой упаковке. То есть в данном случае, да, повторюсь, что знак «эко» говорит о том, что в ходе производства данного продукта использовались более толерантные, более щадящие, более экологичные методики для окружающей среды. Это что касается продукции со знаком «эко», да, там, где «эко» нарисовано в кавычках. Дальше мы можем с вами встречать продукты со знаком «органик». Вот о данном знаке я бы хотела немного, да, заострить внимание. Знак «органик» говорит о том, что данный продукт полностью безопасен для меня, как для потребителя. Чтобы производитель имел право ставить на своем продукте, скажем, возьмем, например, продукт питания, да, символ «органик», он проходит определенную сертификацию у определенных лицензированных организаций. Допустим, чтобы производить органические овощи, я должна сначала сертифицировать землю, а лишь потом свою готовую продукцию. В разных странах мы можем встречать разные знаки «органик». В Украине и в странах СНГ это может быть один значок. В Евросоюзе это другой. В Японии третій, в Соединенных Штатах это четвертий. Але всі вони за правилами, за якимись. Совершенно верно. Можна сподіватись на те, що це справді буде той продукт, який небезпечний для вживання, для нашого здоров'я. Который совершенно безопасен. Например, вот здесь вы видите, в Украине очень популярный знак «Organic Standard». То есть это организация, которая называется «Органик Стандарт», и она выдает
она сертифицирует производителя, она проверяет, выезжает определенная комиссия, забирает определенные образцы, да, ну, которые следуются в лаборатории. А не менее известный, вот, возможно, мы тоже с вами, многие из нас встречали, вот, в Евросоюзе. Такі зелені, да. Так, або такі от на синьому тлі. Це також значки, які часто зустрічаються на будь-яких упаковках. І це говорить про те, що нам теж бажано би знати і розпізнавати ці значки, тому що ми вживаємо продукти. Нам треба читати упаковку. Це зараз взагалі питання номер один. Читати склад, читати, що там написано, як виробник позначає свою продукцію. Да. Дальше я би хотіла розказати о том, що таке біо. В целом, в всемирной практике, ну, давайте возьмем, например, Евросоюз, все продукты со знаком «био» и со знаком «органик» – это считается продукты, произведенные по стандартам «органик». Да, это абсолютно безопасные продукты для потребителя. Однако до недавнего времени у нас в стране мы могли с вами встретить био-кефир, био-творог, био-молоко, которые не являлись органиком. И не так много времени назад, благодаря определенным организациям, данные правила у нас ужесточили, и неорганические твороги, сыры и тому подобные продукты со знаком био, они исчезли с полок. Я, до речі, пам'ятаю теж, коли було написано 100%, наприклад, там, натуральний продукт, починаєш читати зворотній бік цієї упаковки і дивишся, що там, ну, ніяк 100% натуральних продуктів немає. Аж просто дивувались ми всі і не розуміли, як же це так. Тобто, ось такий був обман. Ну, я так можу маркетинговий ход. Да, так, звичайно, хід, але цей хід, він же вводить в оману покупця, і ми, звичайно ж, спочатку звертаємо увагу на ті величезні букви 100% натуральності, а потім дивимося, що це не так. Зараз же це зникло. Нет, я говорю именно о знаке био, который мы можем встречать, мы могли и можем встречать на сегодняшний день на полках. Что касается 100% натурально, это очень хороший комментарий с вашей стороны, спасибо. Смотрите, 100% натурально, например, если я покупаю свежее яблоко, оно 100% натуральное, да, но как оно производилось, вот этот важный момент, на который я рекомендую потребителю обращать внимание. Потому что если это 100% натуральный органик, то в ходе его производства не использовались никакие химические или синтетические средства защиты растений или удобрения, либо какие-то технологии, которые способны навредить мне как потребителю. Ну так, натуральное, але ж не органичное. Да. Натуральное, но не органическое. То есть оно может быть произведено по интенсивной технологии. И вот мы можем встречать, допустим, в зимний период, да, иногда такие продукты, которые блищать. Красивые, да, но не имеют вкусовых каких-то или... Не пахнут, или навіть. Не пахнут, да. То есть, да, натуральные, да, но произведенные не по органической технологии. Может быть натуральное со знаком эко, да, 100% натуральное эко яблоко. Это означает, что в ходе производства данных яблок были использованы более толерантные средства защиты, ну, есть вероятность, что были использованы более толерантные, скажем, средства защиты растений или удобрения, да, либо в ходе его упаковки или подготовки к продаже были использованы более толерантные там упаковочные средства, например, не пластик, а, скажем, картон. Пані Альбіно, скажіть, будь ласка, ось справді, ми вже тепер розуміємо, знаємо, як відрізнити один продукт від іншого, якість одного продукту від іншого, так? Але ж ми на своїх полицях частіше за все бачимо лише один набір тих продуктів, які нам пропонують, так? Ми зараз говоримо про продукти харчування, можна, звичайно, говорити про засоби гігієни, про різні засоби миючі і так далі, але все це, воно переважно
однієї такої складової, так, ми вже звикли до цих виробників, які нам пропонують продукти. Звичайно, хочеться довіряти. Дивимося, читаємо зворотній бік упаковки, і там все це залишається так само стандартно. Чи можна довіряти таким продуктам? Вони не з позначкою ні еко, ні біо, нічого. Це просто звичайні продукти, якими користуємось на сьогоднішній день. Більшість громадян. Если мы говорим про продукты питания, безусловно, если они уже находятся на полках супермаркета, да, то, или, допустим, в магазинах, то продавец обязан, согласно регламентам, да, законодательных нормам, проверять и требовать определенный набор документов, сертификатов, свидетельствующих о том, что, скажем, данные там, овощи, например, да, будем сегодня больше акцентироваться на овощах, и фруктах, имеют произведены по стандартам безопасным для, скажем, здоровья потребителя. И, естественно, если определенная сеть супермаркетов выкладывает это на свою полку, естественно, мы можем доверять тому, что данный супермаркет проверил, все ли документи в порядку, іначе вони просто не допустять і не виложать. Ну так, звичайно, неприємності зараз нікому не потрібні, і для того, щоб уникнути таких питань, то, звичайно, супермаркет, особливо супермаркети, які турбуються про те, щоб все було в них добре, так, і з сертифікацією, і з продуктом. Этим, на мой взгляд, на сьогоднішній день ніхто не шутит, тому що штрафи і можливі наслідки дуже серйозні, тому як производители, так так и продавцы достаточно серьезно относятся к этому вопросу. Я сейчас говорю именно о сетевых супермаркетах и так дальше. Справді, екокультура – це якраз те нове, що з'явилося на сьогоднішній день. Ось як ви започаткували це все, то я думаю, що були складнощі, так, на вашому шляху. Наскільки це в Україні прийнятно зараз? Як до вас ставляться інші виробники, які, можливо, це не використовують і взагалі вважають непотребным пока еще? В целом, я могу сказать такое интересное наблюдение. Допустим, если мы сравниваем, что влияет на выбор, скажем, в Евросоюзе, да, в Западной Европе и, например, в нашей стране или в странах СНГ при выборе наших средств защиты растений, потому что мы производим полезных насекомых, шмелей, которые используются в защите растений вместо химических, как альтернатива. То у вас багато джмелів. Очень много. У вас это кто еще есть? Кто еще? Хищные насекомые – это хищные клещи, хищные клопы, нематоды, шмели для биологического опыления. То есть это полезные насекомые, которые поедают вредных насекомых. Таким образом, вам не надо обрабатывать это ядом. Ой, а с колорадскими жуками вы теж боретесь? Чи там інша технология? Нет, на сегодняшний день есть решение биологически тоже и по колорадскому жуку. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, если, допустим, в Западной Европе потребитель готов заплатить больше за продукт, зная, что этот продукт более чистый, и, соответственно, производитель, да, мы же все подстраиваемся под нашего потребителя, соответственно, производитель идет вслед за потребностью потребителя, да, и там производит... Расширяя выработку. Расширяя туда, там мы можем встретить больше предложения, и для них это главный фактор, экологичность, да, я готов больше заплатить за более чистые, скажем, там, яблоки. То в нашей стране все-таки первым на сегодняшний день критерием выбора является стоимость. Наскільки це дорожче? Взагалі, от якщо так в середньому сказати, на половину чи більше? Если мы говорим о... Тут на самом деле все очень от разных культур, да, там, яблок, если это яблоки, это одно, если, ну, в смысле, если это фрукты, это может быть одна ценовая политика, если это овощи, другая. Иногда это даже не стоит дороже. Опять-таки, да, потому что благодаря использованию экопродуктов часто мы получаем больше урожая, потому что мы не шкодимо землі. Мы не прессуем растения, и оно дает как следствие больше урожая. И именно это является главным критерием в выборе на сегодняшний день наших средств защиты растений биологических. Ну, например, у меня черешневый сад.
у меня зацвела черешня, как мы знаем, она цветет очень короткий промежуток времени. И в этот период, как это часто у нас теперь случается, не дай бог, даже иногда снег или дождь, или серьезные непогодные условия. И пчелы, у них такая особенность, они не хотят летать. Они ховаются. Они прячутся и греются. Биология шмеля в данном случае, она такая, что они могут опылять в непогоду, в более такие серьезные, суровые погодные условия. Поэтому наши производители обращаются к нам. Не потому, что они хотят эко или органик, а потому что... Рятувати треба. Да, это действительно решение, это действительно выбор. Поэтому не всегда эти продукты более дорогостоящие. Як ви думаєте, ось якщо вже зараз Україна врешті-решт зрозуміє, що цей вибір еко, він кращий за хімічний, можливо, він дорожчий, звичайно. Наскільки це може бути поширеним? Ось справді зараз з'являються, але так, знаєте, дуже краплинками такими. Там з'явились, там люди, які для себе щось роблять, для себе, ну і взагалі для виробництва українського. Але ж чи може це бути розвиненим на рівні держави, наприклад? Я скажу так, что да, вот мы нашей компании 7-й год, и каждый год мы набираем очень серьезные обороты, потому что рынок растет, спрос растет все сильнее и сильнее. Он растет как со стороны и крупных предприятий, так и со стороны частного сегмента, дачников и так дальше. Причина, почему спрос растет со стороны бизнеса, да, я их назвала, потому что благодаря использованию наших продуктов мы можем получить больше урожая. Причина, почему он растет со стороны дачников, потому что люди хотят у себя на грядках выращивать более чистые продукты и кушать. Звичайно, собіш, так, да, для себя. Поэтому, да, я считаю, что, конечно же, Украина достаточно аграрная страна, и это, наверное, в перспективе ближайших 5-7 лет это будет достаточно повседневные технологии. Сейчас можно их назвать достаточно сложными, потому что не так много агрономов имеют практику, как использовать эти продукты. Ну так, це ж треба десь їх тримати, це треба якісь... Ну, надо знать, как их использовать, так. Да. Однако технологии настолько быстро сейчас входят в быт и становятся рутинными, что я полагаю, пожалуй, ближайші 5-7 лет, і це не буде казатися таким новинкою. Але ж ми вже так забруднили нашу землю і так звикли до використання різних пестицидів, нітратів, хімікатів, які от використовуємо ще до збору врожаю, навіть деякі виробники використовують, і тоді, коли врожай вже починає стигнути. Тобто, насправді, виробництво настільки ввійшло вже в обороти, ось так саме таке, що мабуть, від нього відмовитись, це буде теж проблемою. Речь не йде об отказі в определенных устоявшихся технологиях. Речь идет в том, чтобы снизить пестицидную нагрузку благодаря использованию биологических средств защиты растений. Это говорит о том, что с одной стороны я использую интенсивные технологии, с другой стороны ряд вредных химикатов я заменяю тем, что более лояльно. Хотя бы так, так. Да, то есть, почати с чогось. Конечно, это продукция, меньше содержащая вредных остатков, и на выходе она не является более дорогостоящей, нежели продукция постстандартная. Взагалі, от як на мене, і мені здається, що мене підтримують більшість наших глядачів, ми хочемо їсти якісні, здорові продукти без вживання, без використання тих пестицидів, тих хімікатів, які є на сьогоднішній день. Дуже сподіваємося, що в Україні таки будуть започатковані і вже вшироко будуть вживатися саме ті методи, про які ви сьогодні сказали, тому що одна справа – це забруднити землю, а інша справа – скільки років треба, щоб пройшло, щоб ця земля очистилася, щоб набралася сил, щоб вона відпочила і по-новій почала виробництво вже, так? Ну, тобто давати свої врожаї. І це дуже хочеться, щоб так було в Україні. Будемо сподіватися, що люди такі
будуть повертатися до цього. І тут, якщо ви кажете, не так вже стоїть питання у грошах, а це просто треба налагодити цей процес, то, звісно ж, хочеться, щоб Україна таки переходила на такий інший рівень. Бажаємо вам терпіння, так, витримати усі негаразди, які є на сьогодні, але мені здається, що з таким позитивом у вас все вийде і будете не просто триматися, а розцвітати. То хочеться, спасибо, щоб ви квітли. Так, дякуємо, що прийшли сьогодні, приїхали здалеку до нашої студії. Так, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.